Всем привет из Алани, друзья. Без 24 время, мы возле маячка, пляж муниципалитета, много загорающих, вы видите. Рассказываю о погоде, на солнце сегодня 30-32, по ощущениям, когда нет вообще никакого ветерочка, такое впечатление, что сейчас получишь солнечный просто удар. Погода реально июньская, сейчас бегу под краник где-то мочить голову, потому что ходить по солнцу просто невозможно. Вот так вот, если постоять на солнце активно, оно сейчас палит, просто жжет. Можно обгореть и сгореть, то есть, ну вот люди лежат, загорают, я не знаю, как они не боятся. Очень-очень солнечный, жаркий день. В тени тоже сегодня не холодно, в тени по ощущениям тоже везде есть 25-26 как минимум, а на солнце вот 30-32, не меньше. Вода греться не спешит, вода 19,5 в среднем. Возможно, вот тут вот она 20, тут мелко, но в среднем 19,5 вода сегодня. Все, видосики будут и про локдаун, и про все, и про праздник, который завтра в Турции, про то, как его сегодня уже тут пытаются отмечать. И что делает муниципалитет для детишек сегодня, все это вы увидите сегодня, завтра. Все, привет, спасибо за лайки, привет из замечательной Алании.